Что такое дачная амнистия и как правильно зарегистрировать недвижимость? Об этом журналистам рассказали в Одинцовском филиале Московского областного БТИ. Вскоре граждане смогут пройти эту процедуру для старых домов в упрощенном порядке. Ранее планировалось, что это произойдет с 1 сентября, однако Госдума перенесла срок на 1 июля 2022 года. Это дома, расположенные на определенных землях, на землях для садоводства, для дач, дачные земли, земли ИЖС. Соответственно, по характеристикам этот дом не должен быть выше 20 метров, и он не должен превышать количеством этажей не выше, чем 3 надземных этажа. То есть надземная этажность должна быть не превышать 3 этажей. Соответственно, этот дом может быть как жилой, так и садовый. Документы, которые нужны для заключения дачной амнистии, паспорт, право собственности на земельный участок и дом, а также технический план. Все необходимое нужно подать в управление Росреестра по Московской области. Московская областная БТИ выполняет работу в течение 10 рабочих дней. При этом мы упрощаем существенно процедуру оформления заказа, мы упрощаем процедуру общения с заказчиком. С нами не обязательно общаться, приходя к нам в офис. Мы можем это сделать как с помощью нашего сайта mopti.ru, так с помощью нашего телефона 8-498-56 и дальше 5-8. Дачная амнистия продлена до 2031 года. Зарегистрированный участок становится активом, который можно продать, купить или получить кредит под его залог. Также при изъятии государством участка в случае дорожного строительства вам выплатят страховку. В Одинцовском районе с начала этого года уже 2000 объектов были поставлены в государственный кадастровый учет. Не без участия Московского областного БТИ. Мы здесь тоже свою руку приложили и достаточно большой объем работы уже выполнили, планируем выполнить еще. О преимуществах дачной амнистии жители информируют работники БТИ и представители администрации округа. В летний период они ежедневно стали выезжать на территории садовых и дачных некоммерческих товариществ. Так гораздо больше людей узнает о возможностях, которые предоставляет зарегистрированная недвижимость. Екатерина Крамер, Фарид Хайретдинов, телекомпания «Одинцова».